Всем привет, друзья! С вами как здоровьи! Добро пожаловать в Garden of Bombad 4! И сегодня вас ждет сразу 4 новенькие, свеженькие серии геймплея! И да, друзья, в прошлый раз мы с вами познакомились с новым персонажем. Это Пикалина, девушка нашего друга, тренера Пиклса. И сегодня мы узнаем, что же было дальше. Поэтому, ребята, если вы любите Garden of Bombad, если вы любите смотреть видосики на ютубе, срочно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали. Итак, в прошлый раз нас попросили найти несколько предметов для нашего тренера. Во-первых, это шлем. Во-вторых, это скакалка. Также нам нужно будет найти еще, если не ошибаюсь, полотенце. В общем, ребята, нас снова будет, скорее всего, тренировать. Только в этот раз уже не тренер Пиклс. Да, еще перчаточку. Перчаточку. И остался последний предмет или предпоследний. Так, сейчас что у нас здесь есть? Это у нас душевые кабинки. И да, полотенце! Точно, для тренировочек, ребята, нужны очень сильно полотенце. И, а, нет, это было не все. И, ну, как куда же без карты? Без карты-то мы никуда не пройдем. И в прошлый раз нам показали Пикалину. Только вот что она будет делать с нами? Либо она хорошая, либо плохая. Короче, доктор Флиффипан, дружище, я сейчас поговорю с Пикалиной, и мы... Боже, какая она криповая, ребята. Вы ее видели? Вы на нее посмотрите, ребята! Я не знаю, Пиклс меня не пугал. А Пикалина, и она еще и прячется за этой боксерской грушей. Это очень стрёмно. У нее, во-первых, есть хобот. Во-вторых, чем она держит боксерские перчатки? Так, привет. Привет. А, не беспокойся, я тебя сейчас, короче, буду тестировать. Окей. Подожди, у нее есть руки! Подожди, у тренера Пиклса две ноги и хобот. Он хоботом делает. У нее есть еще дополнительные маленькие ручки, как у тиранозаврика. Покажи, что ты можешь. Ударь, короче, боксерскую грушу. Так. Попробуй еще раз. Так. А зачем нам квадрокоптер? Тихонечко. Квадрокоптер? Во. Типа, ты типа слабый. Короче, она... она говорит, что мы слабые. Так. Попробую еще. Это что такое? А, какой-то фейерверк или пружина. Погоди-ка. А, посильнее. Сейчас, подожди, сейчас будет тебе посильнее. Так. Неплохо. Теперь посмотри, как делаю я. Нифига себе! У нас даже квадрокоптер с фейерверком не проб... Она... Попробуй пройти здесь. О боже мой, испытание. Она будет нам мешать? Как Пиклс? Или нет? Так, так, увернулись. Хорошо. Еще... Еще, еще проскочили, так, дошли. Ну, я смог пройти. Легко. Это маленький? Что? Это детки Пиклса и Пикалины? Смотри, только у маленьких-то есть ручки, у маленьких Пиклсов. Офигеть, ребята. Так, срочно продолжение, срочно продолжение. Пикалина нас заставила пройти испытание с этими мешками. И показала деток. То есть, то есть мы... Итак, мы с вами поняли, что она хорошая. Тренер Пикалина, она у нас хорошая. Она будет с нами дружить, как и Пиклс. Она приказала... Да, мелких... мелкие такие прикольные. А, подожди, мы должны... Мы должны прыгать вокруг ее хобота. Боже, у меня сейчас голова закружится. Нифига себе. Еще быстрее. Еще быстрее. На нафиг. Это не очень хорошо.
Дети, ваш выход. Подожди, мне нужно будет сейчас сражаться против ее деток? Вы что, издеваетесь? Нет, я не хочу. Мысли старт. Нифига! Нифига себе! Нифига себе! Они пытаются меня... Что за... Где он? Где он? Где он? Капец! Они пытаются меня сбить! Так. На, нафиг! У нее даже дети пытаются... Нифига себе, она жесткая! Иди, помоги Пиклсу. Она в курсе, что Пиклсу плохо сейчас. И помните, что Пиклса тогда проглотила змея, и мы должны выручить его. Что ты сказал что-то? Подожди. Как прошло знакомство с миссис Пиколиной? Она тебя отдубасила? Удачи в спасении Пиклса. Опа. Здорово. Здорово, мышара. Так, вы помните? Найти Бу теперь за нас. Мы возвращаемся в то же самое место. Типа нас потренировали. А вон вот эта змеюка. А где Пиклс? Она его проглотила? Она его проглотила. Нифига себе. Нифига себе, змеище вернулось. Так. Нафиг. Смотри, мой выход. Она пошла фигачить змеюку, чтобы забрать своего муженька. Окей, будет дальше интересней. Ну а пока мы ждем выхода новых серий, ребята, у нас разработчик Sale Playtime, разработчик геймплеев, вышло еще две новые серии, которые мы сегодня с вами посмотрим. Так, это у нас единорог. Очень странное существо, которое мы с вами накормили тортами. Он помог нам забраться вот сюда. Но что было дальше? Вот что было дальше, мы не знаем. Вот теперь мне интересно, куда мы? Это опять? Это опять похожие локации? Это Джестер! Это Джестер, друзья, которого анонсировали в третьей части Банбана, серьезно? Подожди, везде опять разлита вот эта жижа. В бочках. Кстати, нифига себе. Это Джестер. Это Джестер. Он вернулся. Джестер. Серия называется Джестер Камбэк. Быстрее беги, быстрее. Нафиг в лифт. Прыгай. О, нет, 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 нет. Капец, мы успели. Мы успели в последнюю секунду. Подожди. Мы опять вернулись там, где были. Там, где мы кормили тортиками нашего единорога. Ну да. Мы опять вернулись на то же место? Тихо. Тихо, давай быстрее. Он здесь. Опа, мы спаслись. Пожалуйста, единорожек, помоги мне. Так, мы на него забрались. Опа, мы на него забрались, ребята. Мы ему скормили 5 или 6 тортов. По идее, он должен... Капец, Джестер. Подожди, а Джестер сильнее, чем этот единорог? Вы что, серьезно? Он же больше, блин, в него раз в 10. Хотя мы знаем способность Джестера. У него есть отравляющие какие-то всякие ловушки. Так, вот сюда проход. Он пытается с нами идти. А можно как-то перекрыть его проход? Единорог, бахни его рогом, хвостом, наступи на него. Капец, он уже близко. Капец, он прям рядышком. Блин, 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 блин. Подожди, свет зажигается. Свет зажигается нам сюда. Да-д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 а. Там точно сюда. Получается, там, где зажигается свет, там должны проходить. Так. Сколько здесь проходов? Вот, все, скидывай меня. Скидывай, там был проход. Там был проход, дружище. Да-да-да, все, единорог, да, Юникорн Тайлер, как его называют, спас нас. Опять новая локация? Опять? Почему здесь нет света? Почему здесь так темно? Опа, это Джестер. Это Джестер, тихонько. Подожди, это не Джестер. Это не Джестер. У Джестера одна сторона синяя была. А здесь рот, подожди, это Джестер Лина. Это подруга Джестера? Мне почему-то кажется, она тоже не сильно добрая. То есть у нас иногда попадаются добрые персонажи, иногда злые. Но если Джестер плохой, то и она плохая. Если Пиклс хороший, то и Пиколина была хорошая. Подожди, мне кажется, либо это клон... Кто-то за нами наблюдает. Это что, камерамен? Ребята, да! Это Джестер Лина!
больше любви розового и красным цветам. А, она любит, типа, розовые и красные цвета. Цветы, цветы. Погоди-ка. А Джестер любит синие и фиолетовые? Опа, Джамба Джош. Смотри, ребят, Джамба Джошик, Бан-Бан с гитарой. Улитыч наш и Паучара. А что они здесь делают? Кстати, давно их не было в этих сериях. Так, мы куда-то спускаемся. Опа. Смотри, всех, все здесь стены покрашены в цвет, в любимый цвет Джестерлины. Это кто? Это Джестер или это Джестерлина? Так, карточка. Карточка у нас есть. Окей, мы с вами нашли карточку, возвращаемся обратно. Здесь пройти никак, потому что здесь решетка. Главное, чтобы она сейчас не вышла оттуда, откуда нам не нужно, чтобы она выходила. Так, аккуратненько. Опять дальше. Вот он, она смотрит за нами. Привет. Капец, она стрёмная, ребят. Будет продолжение, поэтому быстрее лайкусики. Быстрее подписывайтесь. Ну и колокольчики. Всем удачи, покедова.